что сегодня здесь и болгары, русские, белорусы, украинцы, корейцы, казахи, туркмены собираются, молдаване. Да, слава Богу, собрались вместе, чтобы прославить нашего Господа. И якуты. Кто еще есть? Мы же никого не забыли? Какие еще национальности? Одесситы. Одесситы – это отдельная нация, да, мы знаем. Ах, Одесса – жемчужина у моря. Слава Богу. Вот чем больше народу в этом зале, тем вот мое сердце расширяется. Знаете, так столько радости, вот эмоций приходит. Я представляю, какое сердце у нашего Господа Иисуса Христа, правда, да? То есть это сердце, которое обнимает всех детей. Их уже не миллионы, за вот эти 2000 лет, их миллиарды, триллионы детей Божьих. И все они сегодня в сонме святых, и все они сегодня молятся и радуются. Давайте мы к этому сонму сегодня присоединимся. Аминь. Давайте мы встанем, прославим нашего Господа, помолимся Ему, поприветствуем. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Иисус. Мы приветствуем Тебя в нашем собрании, Иисус, Господь Отче. Мы знаем, что Ты приветствуешь нас сегодня, Господь, в сонме святых, Господь Отче. Дай нам сегодня воссоединиться в Духе. И там, где Дух Господень, там всегда свобода, Господь Отец, Асана. Слава Тебе за Дух радости, Господь Отче. За то, что мы приняли, Господь Отче, не Духа рабства, но мы приняли Духа усыновления, которым мы можем сегодня взывать Ава Отче, наш Небесный Папа, наш любящий Отец. Спасибо Тебе за это счастье, Господь Отче, находиться в Твоем присутствии, поклоняться Тебе как единому Богу. Мы просто, Господь Отче, аллилуйя, Отец, прославляем Твое святое чудесное имя, Господь Отче, которое превыше всякого имени, превыше всякого имени. Есть только одно имя, которым нам надлежит спастись, так говорит Слово Божие. Это имя Иешуа Машиах, это имя Иисус Христос, это имя Иса Масих, Исаака Ресето. Слава Тебе, всемогущий Бог, Господь Отче. Мы благодарим Тебя за то, что всякий, призвавший имя Господне, спасется. Аллилуйя, Отец. Тебе вся слава, Тебе вся честь, вся хвала, наше поклонение. Давайте мы прославим имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Слово Божие говорит: «Славь, душа моя, Господа, и не забывай благодеяние Его, то, что сделал Господь для нас». Мы собрались здесь, будем славить Его. Аминь. Будем радоваться. В Библии много мест, где Бог говорит нам, чтобы мы рукоплескали Ему, да, славили Его своими голосами, всем нашим телом, всем нашим естеством. Поэтому, братья и сестры, не стесняйтесь, вы здесь, чтобы прославлять Господа. И Он ждет наши открытые сердца, Он ждет, когда мы будем славить Его в единстве. Аминь. Тебе наш Бог, хвала Тебе, Иисус, мы славим Тебя, Ты достоин. Приди, настало время славы. Приди, таким, как ты есть, чтобы славить. Приди, чтобы познать своего Отца. Приди, приди к Нему, Он достоин всей славы. Приди, настало время славить. Чтобы славить, приди, чтобы познать своего Отца. Приди. Пусть каждый язык скажет, каждый язык скажет, что ты Бог. Каждое колено преклонится, всякий человек, кто к тебе придет, сокровище найдет.
Собраны во имя Мое, там и Я среди них. И Он здесь. Просто воздавай Ему хвалу, просто приближайся еще на шаг ближе к нашему Творцу, к нашему Небесному Отцу, к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Аминь. Аллилуйя! Наш Бог достоин всей славы. Он достоин всей хвалы. Тебе, Иисус, мы прославляем Тебя, мы благодарим Тебя, мы любим Тебя, мы хотим быть ближе к Тебе. Стою я здесь, вся жизнь моя в Тебе, знаю рядом Ты, Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, гореть лишь для Тебя. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Иисус, хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Наша ближе к Тебе. Стою я здесь,
жизнь моя в Тебе. Я знаю, рядом Ты, Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, гореть лишь для Тебя. Только для Тебя, Иисус! Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Иисус, хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Хочу я быть наша, наша, ближе к Тебе. Ближе, ближе, ближе. Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Иисус, хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Мой Бог, хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Стою я здесь, стою я здесь. Вся жизнь моя в Тебе. Я знаю, рядом Ты. Ты так нужен мне. Вся жизнь моя, желание одно, гореть лишь для Тебя. Для Тебя. Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Иисус, хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе, ближе, ближе. Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Иисус, хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Мой Бог, хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Хочу я быть наша, ближе, наша, ближе к Тебе. Мой Бог, Иисус, Иисус, первая любовь. Иисус, 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 первая любовь. О, Иисус, 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 первая любовь. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Скажи, хочу я быть ближе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть ближе, ближе, ближе и ближе, ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Мой Бог, хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Иисус, хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Хочу я быть на шаг ближе, на шаг ближе к Тебе. Тебе, Иисус, Иисус, Иисус. Первая
наша любовь, ты наша жизнь, ты наше все, Господь. Ты достоин всей хвалы, ты достоин всей славы. Желаю быть с тобой, так жажду слышать голос твой. Ты так нужен мне, тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми. Поклоняюсь.
Прольются на землю.
силой и славой, Дух Святой, в Тебе нуждаюсь я, Дух Святой, Тебя ожидаю я, прикоснись, сердце открыто. Силой и славой, своей силой и славой наполняй нас, своей силой и славой, Дух Святой. Говорит, что Он приводит нас от силы в силу, от славы в славу, от веры в веру. Если ты сейчас был на одном уровне, Бог хочет перевести тебя на другой. Не бойся, Бог говорит, только верь. Иди за мной, доверяй свою жизнь мне. Я Бог верный, что обещал, то исполню. Возвысь свой голос, славь Его здесь. Утверждай Слово Божье, да будет воля Твоя на земле, как и на небе, моей жизни, моей семье, моей церкви, да будет, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе, на земле, как и на небе. Давайте провозгласим, да придет Царство Твое. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе, на земле, как и на небе. Провозглашай любую ситуацию в твоей жизни. Да придет Царство Божие в эту ситуацию. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. На земле, как и на небе. Может быть, есть нужда в каких-то близких, родных людях. Пусть у них придет Царство Божие. Пусть будет воля Божия в их жизни. Может быть, в любой сфере, на работе, в семье, в твоем служении. Просто провозгласи. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. На земле, как и на небе. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. На земле, как и на небе. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя
Слава нашему Господу! Аллилуйя!